Итак, всем привет! С вами снова Владислав Родионович. И сегодня мы проверим еще разок. Что будет, если кипяченое масло, которое я налил уже в сковородку, прыснуть обычной водой? Раз! Два! Три! Ебать! Ёбаный в рот! Ёбаный в рот! Блять! Воду кидай, воду кидай, воду кидай, говорю! Где вода? Вода там, блин, в бассейне. Сука! Блядь! Что вы делаете? Ликвидируй! Да ёбаный пиздец! Вы чё? Я. Тушите! Быстрее! Машина, машина, машина!